Сидис Раптор доставляет слишком много проблем. Несмотря на то, что я постоянно контролирую своих зеркал, они доставляют все больше и больше проблем. Я переживаю за тебя, Керриган. И, кстати, скажи мне, зачем ты попросила нас с Фениксом доставить тебе Мэнкска? Ты все еще подозреваешь, что я убью его? Я переступила через это. Мы не можем позволить мелкой ненависти заслонить реальную опасность, которой является земной директорат. Это верно. Арктурус, думаю, ты нашел свою холодную планету? Что это значит, Керриган? Прямо в точку, а? Я хотела поболтать. Почему я здесь? Мне нужны твои пси-эмиттеры, Арктурус. Зачем? Помнишь птидисрактор, который ты так и не нашел? Директорат нашел его. Из-за этого я теряю контроль над своими зеркалами. С помощью пси-эмиттеров можно заставить зеркалов избавиться от дисраптора и, соответственно, от директората. И потому ты вызвала меня? Ха! Какой политик. Ладно, император. Если ты поможешь мне уничтожить пути дисрапта, я помогу тебе вернуть Кархал. Заманчивое предложение. Но какие ты можешь предложить мне гарантии? Единственная гарантия, которую я тебе могу дать, Арктурус, это то, что если ты не поможешь мне, то до конца своих дней будешь императором в своей клетке 8/8. Вижу, ты осталась прекрасным оратором. Ладно, Керриган, я перегоню тебе несколько эмиттеров. И вновь конец брифинга, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, Дезертир, и мы продолжаем проходить StarCraft. Итак, мальчики и девочки, наша задача — найти и нейтрализовать главный генератор пси-дисраптора. Как только мы это сделаем, будем свободны. Двигайтесь. Итак, силовые генераторы, собственно, вот тут. Они все делают без меня. Поэтому я думаю, что они справятся, миссия будет закончена, все великолепно, я доволен, все классно. В общем-то, все уничтожилось. Керриган, генератор выключен. Ты можешь запускать все эмиттеры в любое время. Как только дисраптор будет выключен, все эмиттер привлечет к себе всех зергов. Как только зерги вернутся сюда, ты можешь опять взять контроль над ними. Тогда Озу будет в состоянии заманивать зергов назад к вашей базе. Как только зерги попадут туда, и вы будете в состоянии контролировать их напрямую. Иду, сэр. Ну, окей. Что еще, капитан? Да, сэр. Нет проблем. Слушай. Берем контроль. Прекрасно. С этими зергами я смогу построить еще один кластер. А когда мое войско увеличится, я окончательно уничтожу все дисрапторы. Замечательно, действительно. Мне очень нравится ее идея, которую мы, собственно, и будем воплощать в жизнь, так сказать. Иду, сэр. Нет проблем. И ведь всего лишь один из CV, а сделал так много. Ладно, нужно мутировать споровую колонию, наверное-таки. Но перед этим все-таки построить здание, которое должно было построено быть энное количество времени назад. Да, возьмем одну собачку и прогуляемся, посмотрим, что у нас здесь есть вообще. Так. Все, конечно, замечательно, но не понятно. А, нам вниз, я понял. Типа не привлекаем внимания. Ну, окей. Окей. Сейчас мы все равно прогуляемся вниз и глянем, что там есть. Сейчас как нас танки атакуют, наверное, нет?
Внизу-то у нас, смотрите, какие ребятишки есть. Ну-ка, к ним тоже прогуляться надобно. Стоит себе в сторонке, гидра стоит в сторонке, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Превосходная работа. Но хотя много зергов возвращено, на воле осталось еще больше. Мы должны вернуть их как можно больше. Вот-вот. Поэтому это важная цель наша, ребята. Вернусь как можно больше зерга. Больно мне, больно. Мне очень-очень больно. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, ну ты построишься или как? Не прошло и полугода, она построилась. Мне нужно больше владык, как всегда. Нет ничего нового в этом прогнившем мире. Давайте с собачками прогуляемся лучше пока что. Медик? Серьезно? Оу, оу, оу. Здесь нужна гидра. Здесь нужна гидра. Нет, собачка, нет. Оу. Поглядим, что здесь вообще есть. Вот это страшные ребята. Вот этих лучше к себе особо не подпускать. Все, ладно. Я понял, что у нас вот здесь вот еще находятся линги, по-моему. И больше никого там, собственно, нет. Все, замечательно. Добываем минералы, добываем все, что угодно. Нам нужен омут. Мутируй, пожалуйста, в омут. Пока есть такая возможность. Отлично. Я бы даже сказал, замечательно. Ждем, пока у нас будет доступно, и делаем еще одного владыку. В принципе, я думаю, мы можем напасть на этот бункер. Потерять три собачки ради трех собачек — это божественно. Я думаю, мы стараемся сделать что-то более полезное сейчас. Так, а что нам, кстати, доступно? О, мута нам доступна. Зашибись. Вот. Чего мне не хватало, так это муты. Так что все хорошо. То, что мута доступна, это просто замечательно. Серьезно? Не знал. А так нормально. Отлично. Сейчас будем собирать потихонечку минералы. Ждать, пока у нас вылупится наша зергушата. Ладно, возвращаем нашего беднягу обратно. Прогуливаемся в эту сторону. Оу! Это было жестко. Ай.
Так, давайте мы выберем конкретно гидру и ее будем контролить все-таки, а не... Отлично. Оу! Оу! Там и там, и там танки. Это хреново. Значит, гидра мне не поможет уже в этом случае. Ладненько. Ну что ж, я думаю, что я успею что-нибудь сделать полезное. Давайте построим замечательную газилочку. Закажем улучшение, дабы смочь построить кое-что полезное. Замечательно. У нас становится все больше рабочих. Это просто замечательно. Это просто великолепно. Это просто божественно. Странно, но ладно, почему-то он тоже в эту сторону в итоге пошел. Окейшки. Окейшки, окейшки, строим. Строим больше рабочих. Считайте, как только они у нас появляются, мы их сразу строим. О-о-о-о. Охрененно нам убили экономику. Здесь ребята не такие сильные. Так. Ну ладно, давайте посмотрим, что у нас может получиться. Что-нибудь у нас да получится, я думаю, ребята. Замечательно. А, давайте нападаем вот сюда. Так, отлично. В принципе, мы здесь все более-менее зачистили. Можем поставить даже, наверное, вторую базу здесь. Интересно, а с чем он ходит сюда вообще? И зачем? Что самое главное... Так, давайте глянем, что у нас повыше. Нет ли здесь тиранов, например? Да нет, вроде здесь тираночей нету. Вот еще одно место для... Отлично. Так.
Сейчас мы с вами встретимся. Ля-ля-ля-ля-ля. Зачем туда летят мои ребята, непонятно. Это еще что за передропы в тыл? О-о-о. Ишь ты. Танк он мне тут в тыл будет перебрасывать. Мы сейчас устроим, мама, не горюй. Так. Минус 7. Давайте, ребят. Отлично. Надо добить Марика все-таки. Да откуда у вас столько, ребята? Ну, добиваем, отлично. Отлично. Так, ладно, улетаем обратно. Восстанавливаемся. Со второй базы сюда тоже. Отлично. Так, что у меня здесь летит? Окей. Ща вернемся опять после вот того, как восстановимся. Так, в принципе, я доволен тем, что у нас есть. Давайте возвращаться. Хрен там, придется вернуться действительно назад. Здесь у нас, видите, что происходит? Так, ладно, возвращаемся. И давайте вот сюда вот. Замечательно, построил здесь тоже база. Хотя, отменить мутацию, в принципе, она нам не нужна. Мне нужно, чтобы тут добывали ребятки мои испенчик. Потому что с испенчиком у нас проблемки небольшие. Замечательно.
Давайте уничтожаем здесь базу ихнюю. Так, уничтожаем бункер, уничтожаем все, что в бункере. Идем дальше. Что-то здесь не долетело чуть-чуть. Да, можно, конечно, было бы захватить как можно больше народу, еще что-нибудь сделать. Но я, в принципе, всем доволен, что я имею. Замечательно. Давайте уничтожим дисраптор. Немножечко отвлечемся на мариков, дабы они нас не коцали. И добьем таки его. Победа, друзья мои. Всем спасибо за внимание и пока-пока.